Ребята, всем привет! Извините, что в очках. Немножко, конечно, невежливо, но солнце сегодня очень яркое, поэтому позволю им выполнять свою роль. Если вы обратили внимание, на мне футболочка Nike Tokyo, и это не просто так, потому что сегодня мы с Сакурой вернулись в Токио, чтобы повидаться с семьей. Мы после переезда, если честно, не знали даже, когда мы в следующий раз сюда вернемся, но недавно, поговорив по телефону, довольно спонтанно мы решили подключиться к путешествию, которое спланировала семья Сакуры. И по счастливой случайности в том городе, куда мы собирались ехать, буквально пару дней до нашей поездки освободилось несколько комнат в отеле, в котором очень хотела мама Сакуры остановиться. Этот отель всегда забронирован за полгода заранее, вообще-то в него обычно не попасть. Но тут по счастливой случайности две комнаты в нем кто-то отменил, поэтому мы сможем сегодня провести время там. Сейчас мы остановились на сервис Эри посередине пути. Мы всегда так делаем, чтобы размять ноги и немножко перекусить. Кстати, посмотрите, какой здесь милый маскот этой стоянки. Это, я даже не знаю, что это за животное, но у него шлем в виде миски рамена и меч, который сделан из якитори или из чего-то такого. Саномару парня зовут. А, мабуси. Я заказал омурайс. Это рис, сверху покрытый омлетом. А у Сакуры удон? Мими удон, да. Мими? Это сугою. Это паста, не так? Да, はい。レモンだ。あ、大根だ。大根？大根だ。すごい。出た。モンスターボールみたいな。Доехали мы до отеля. Посмотрите на вот это просто какой-то фильм. Что-то вообще, мне кажется, не из этой реальности. Вау. Ика? Синяйка? キッチンだ。 ありがとう。そう言ってしまして。行けてね。サクラにもありがとうね。 ありがとう。
はい、どうもありがとうございます。はい、ちょっとまだ脱いでないね。私の時ここにあったんですけど。よしよしよし。ありがとう。おちょちょちょできるかな。おありがとうマドさん。すごいすごい。すごい。Такой ванной и онсен никакой не нужен, в общем-то. Обалдеть. Очень, конечно, классно выглядит. И запах дерева просто фантастический. Атамачек. Гири, атамачек. Окей. А гири, дайджобу. Что-то... Это я и Кот, Матео Лавиэс. Это просто Матео Лавиэс. Да, Матео Лавиэс. Да, Матео Лавиэс. Да, Матео Лавиэс. お、青く光ってます。オッケー、開いた。Все, технологии будущего. В общем, пока все сейчас купают Мадоку и готовятся к ужину, я решил немножко погулять по отелю, посмотреть, что здесь есть. Конечно, это пока что, наверное, одно из самых люксовых, ну, люксово выглядящих, по крайней мере, мест, в которых я был. Очень все так красиво, помпезно. При этом в таком стиле японских 90-х, я бы сказал. Немножко все позолоченное, при этом... Здесь какая-то небольшая выставка. Хотел вот сейчас поделиться мыслью одной. Я слышал мнение, есть, что японцы не умеют отдыхать. И да, странно это слышать, но это мнение, оно как бы исходит от людей, которые говорят про рёканы. Это вот как раз такой отель, да, в котором мы сейчас находимся. В общем, люди говорят, что японцы ездят в эти рёканы, которые одинаковые, делают в них одинаковые вещи, приезжают, принимают ванну, едят, играют в пинг-понг и типа... Ну, короче, что это за отдых такой? На самом деле, с одной стороны, наверное, можно с этим согласиться, потому что каждый раз, когда мы в Рюкан ездим, действительно, мы делаем примерно одно и то же. И как бы осознавать это немножко странно. Но при этом вот сейчас я, поработав 2 месяца без выходных, как, кстати, многие японцы делают, я понял, что на самом деле такой вид отдыха — это офигенно круто, потому что вот мы едем, и я точно понимаю, что здесь будет. Мне не надо ничего запариваться, ничего придумать. Я знаю, что мы приедем, классная ванная, офигенная еда. С семьей можно провести там 1 или 2 вечера, поездить в округе, посмотреть какие-то достопримечательности, которых здесь очень много, и природа здесь красивая. Я, конечно, раньше тоже старался что-то придумать постоянно, что-то поделать, а сейчас не хочется ничего делать. Момент отдыха, хочется, чтобы это действительно был отдых, и чтобы не нужно было ничего придумывать и ни о чем заморачиваться. Поэтому я, конечно, уважаю мнение активных людей, которые постоянно ради, ну как, свои выходные придумывают кучу всего, что можно было бы поделать. Но в последнее время я кайфую от рюканов. Видимо, я немножечко японился, если это можно так назвать. И курила кирилю диско. Тоска не сода, не? Хай. Хай. Содес не джозу мадо. Именно на кото вакатта ё. Оле, Синдерелла?
シンデレラ。シンデレラ。あ、だ、похоже, похоже. Оно от то сами зима то. Кстати, что-то в этом есть и правда. Пришли на ужин. Здесь получается наш шведский стол. И по сути все виды традиционной японской еды. Тут есть и суши, и темпура, и много-много всего. Все готовится прямо здесь, при вас. Все виды мяса, суши, вот ростбиф. Покажу топовую вещь вообще. Машина, которая насыпает рис. Так, допустим, 150 грамм. Бам. Уф. Мой. はい、見せて。おお、いいね。上手。うん。ありがとう、マド。キラキラ。うん、マドの可愛い歯磨き取ってるよ。マド自分のこと見たいの？見て。可愛いでしょ？可愛い。ね。見たい、もう一回。はい、見てください。おお。おお。Доброе утро, ребят. Вчера мы просто нереально объелись, сходили в ванную и очень рано отрубились. Я давненько так уже хорошо не высыпался. Шум воды с утра, это, конечно, кайф огромный. Сейчас 6 часов утра, девчонки пошли снова в ванную перед завтраком. Я думаю, что, наверное, последую их примеру в том числе. В общем, сам отель состоит из двух зданий. И в каждом здании есть несколько вариантов, куда пойти в ванную. Сами онсен у меня, само собой, снять не получилось, потому что там съемка запрещена. Но хотя бы здесь на картинке могу вам показать. В общем, если вы здесь сидите в боковой ванне, то перед вами вид на огромную гору, очень красиво. И также есть вот общие закрытые бани, внутренние такие. Тоже очень большое, красивое место. Японские онсены – это, конечно, супер топ. Даже вот, я думаю, вы видите, что по сравнению с предыдущим кадром я выгляжу очень освеженным. Сейчас ждем, когда Мадоку проснется, и пойдем завтракать. Завтрак тоже так же, как и ужин, будет как шведский стол, насколько я понимаю, и еда там очень вкусная. Вот, ну и, блин, Мадока, ребят, Мадока. Все путешествие ради нее, чтобы провести с ней побольше времени. Первый раз я вижу такое, чтобы в 2 года. Ребенок настолько уже понимал общество, знал, когда и как себя вести. Хотя сейчас у нее, конечно, наступил вот этот период, когда типа, на все, нет, я сама не хочу, вот это не хочу, хочу туда. Вот, но даже этот период, мне кажется, два года, это, наверное, немножко рано, нет. Я, конечно, не супер разбираюсь в родительских делах, но мне почему-то кажется, что рановато. Ну, что, наверное, неплохо на самом деле. Да, дети, конечно, очень интересны. Oh,
Мне нравится, что на японских Тойотах всегда на русском есть надпись про сдвижную дверь. Видимо, потому что русские должны быть особенно аккуратными. Предупреждение. Но приятно видеть русский в Японии, на самом деле. Следующей нашей остановкой стал аутлет-центр. Как всегда, да? Ну да, в общем-то, как всегда. Такой довольно стандартный план. Кирилл, Марио, то... Я недавно продырявил Сакуриной любимые кроссовочки стулом. И чтобы загладить вину, купили ей такие же сейчас. Но правда в то же время себе я купил кроссы в 3 раза дороже. И как бы у меня кроссовок уже много, но... Что ж, опасности аутлетов. Да. Саку, мы сырой бангу гарю. Не.見つかっちゃった。 どいで、ここに隠れると。よくわかったね。見えた。行く。おいで。それはいい。おいで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 
ルカさん、ありがとう。いいね。いいね。ありがとうでしょ。いいね。ブーン。あー、いい。